Так, ну, в общем, в любом случае нужно пройти эту игру когда-нибудь. Правда, я уже управление немножечко забыл. И вообще... Ну, ладно, не важно. Короче, надо что-то делать. Что-то делать надо, как-то обойти все это. Давайте посмотрим. А, да. Сразу посмотрим, с этой стороны ничего нет. Только вон там сколько ром. Надо... Так, ну сейчас за ящики глянем. Посмотрим, есть ли тут что-нибудь. По-моему, ничего нет вообще. Может даже побежать, наверное. Или нафиг не надо. Так, только еда, я так понял. Да? Да, только... Только хованина. Белая крыса, смотрите, а можем в нее вселиться? Или мы в любую, в принципе, можем вселиться. Не знаю, мне кажется, что-то белое отличается. Может быть, дольше? Можно. Так, давайте поднимемся. Почему бы и нет, ну-ка давай. Так, сейчас сюда. Здесь, соответственно, закрыто. Вот мы и на крыше. Так. О, отлично. А там ничего нет. Ну, там что-то есть. Золотая кошка. Так, что тут у нас? Ладно, погнали дальше. Может, уже можно и побегать. Вот там мы были. Мы оттуда вышли. О, можно, нормально. Чпонька. Крутяк. Где-то рядом есть руна. А, вот 9 метров. Ну, блин, я не знаю, где она, может, она там вообще внизу. Не знаю. О! Вот она, нормально, рунка. Ну, крутяк, что внутри? Крутяк. Так, а тут у нас что? Просто темное зрение врубаем. И смотрим. Так, тут сам главное не упасть. Так, давай куда-нибудь наверх, чувак, поднимись. Во-во-во-во, давай. Нормально. Отлично. Вот это надо будет сейчас. Фу, блин, напугал. Ты чё, офигел, что ли? Харе. Чё тут не устроил? А вот чё. Ну, если... Так, а у неё ничего не было, никакого ключа. Ничего нет. Слушай, а если его заметят, они тревогу подымут? Подымят. А наверх поднимаемся. Сейчас зрение вырублю просто, я понимаю, ярко. Может, даже неприятно. Так, G. Смотрим, что тут у нас. Ой, подожди. Вот это что? А, подожди, стой. Вот, наверное. Сведения. Морган Пендлтон находится внизу в парилке. Кастис Пендлтон на третьем даже. Золотой комнате. В парилке. В парилке. Понял. Универсальный ключ от золотой кошки. Ну, засранцы. Ну, хорошо. Здесь можно и побегать. Не стоит бегать. Ну, не знаю. Там по-любому... Вот, тут можно сюда войти, нормально. Так, берем. Где-то рядом есть. А чё они открываются? Вы чё, шутите? Чё, запрет нужен? А, ключ нужен? Я знаю, у вас даже кровати не хватает, но для этой девочки придется выделить комнату. Она куда... Важнее, чем кажется. Просто ужас. Она едва не сбежала через вход для важных клиентов. Теперь я решил держать универсальный ключ при себе. Она пусть сидит в комнате под замком. Откуда она... Куда не денется? Мадам Пруден. Слушайте, а получается нам надо... Что? Тут найти, блин, может она есть? Вот он, универсальный ключ. Да, тетка какая-то. Ну ладно. Отлично. Да ёптить. А как там? Вот так.
хотя бы один возьмем. Так, здесь у нас бутылка, но здесь не надо. Храпит так же, как и все. Че тут? Лорд Морган Пендлтон. Ой, блин, язык сломаешь. Уединился с Лоли в парилке внизу. Подожди, они сказали руны где-то. Вот, 18 метров над нами. Хоть тут ничего не, да, вот все-таки план какой-то, находите здесь. Три этажа, что ли, внутри? Так, спускаемся вниз, посмотрим, что у нас там. А вон здесь? А, вон. Что-то кто-то там есть. Телочки какие-то. Ну это же бордель, это, наверное, шлюшки какие-нибудь. Скорее всего. А это что? Блин, хлопок ходов, однако. Записка. Вот вам эликсир на неделю, пусть ваши девушки пьют, но босс сказал, что я последний раз, пора платить деньги и краться на них. Эликсир Соколова. Зачем его пить? Ладно, пускай пьют. Так, вот. Лишний звук был издан. Ну да ладно. Так. Ага. Смотрим. Как-нибудь их так No. She's cute. Amy or Emily or something. She tried to escape. Somehow she found the VIP. Эмили держит наверху в спальне. Really? Надо yes, Prudence keeps it locked now and she carries the only key. Oh yeah. Why is she here anyway? Is she some niece of the Pendletons? No idea. They keep her hidden away. Че, она голая, что ли? А, нет, мне кажется. Блин, ну и чё они там? Это даже не зеркало, это какой-то поднос, блин, грязный. А как мне вырубить-то? Ну я просто не знаю, если одна заметит. Давайте закроем тогда уж. А если вот... Бля, надо было быстрее действовать. Стой, 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 куда, куда? Да. Давай, давай, давай! Ой. Туда попасть как-то можно, вода что ли. Может и вода, но не то. Отлично, хорошо, что у меня есть ключ от всего. Ага, давай, все. Отмели девочек. Идем дальше. Отлично. Так, еще ниже можно, или я уже был? Я уже был, да. Так. Что-то тут никого нет, только тарталеточка. Берем, давай, натри. Если из глаз жертвы пошла кровь, значит наступила последняя стадия, и смерть неизбежна. Вот действие долженствующие ограничить распространение заразы. Че там, чумы что ли? Так, давайте попробуем. Так, ну тут я вырубил чувака. Давайте перейдем на исходную точку. На исходную позицию. Смотрите, как вот это задумался. Сюда, быстро. А, нет, он разговаривал то ли с этой теткой, да, вот тут, которая к нам пришла. Либо, да, посиди вот тут. Либо, да, наверное, с ней мы ее тоже вырубили, поэтому нам ничего не сделают. Не знаю, зачем я это все ем, но вообще нам это поможет только... Нам это нужно для здоровья. Но здоровье у нас полно, поэтому я зря. Да, здесь тоже нужно открыть. Ну да ладно. А, подожди, да, зачем? Да ладно, здесь, наверное, другой вход какой-то, да. Ух, смотрите, что там такое драгоценное. Татуэтка про пса семьи Кармайн. 100 монет. Мне кажется, она должна была дороже стоить. Ну... По виду кажется дороже. Такая большая, наверное, золотая. О, смотрите, руна. Так, а они нас не заметят, да? А если сделаю вот... Важно, сначала нужно сожрать все, это самое важное. А потом... Что-то там другое. Слушайте, руны. А у нас, я забыл, как там, рунки. О, менее. А, вот. Так, сколько у нас? 3 всего.
Так, а что тут у нас? Порыв ветра увеличивает уровень регенерации. Так, значит, запас адреналина нанесет добивающий удар в ближнем бою. Высота прыжка увеличивается, а урон при падении снижается. Здесь противник, который у вас... Так, это пофиг. Здесь все, здесь у нас вселение. Время. Блин, что-то ничего интересного я хочу сказать. Вообще ничего интересного. Ну, время, тут много рун. Не знаю. Все противники не нужны. Ураганный ветер. Мощный ветер. Который талкивает и разрушает двери. Разрушает двери. Какие двери? Ураганный ветер способен выбивать двери и убивать врагов. Слушайте, а может быть они имеют в виду двери, которые нельзя сносить? Ну, то есть там, не знаю. Блин, ну шум поднимает. Наверное, каким-нибудь ключом с каким-нибудь, точно. Призывая стаю крыс, которая атакует живых людей и пожирает трупы. Нет. Значит, увеличивает число очков здоровья. Число очков... А ману нельзя увеличить? Очко... А, ну всего одна нужна. Ну, тогда потом, наверное. Не знаю. А это что-нибудь? Накопитель, запас адреналина. Нанесите бой еще дыр в ближнем бою. Адреналин накапливается быстрее. Можно проводить двойные адреналиновые атаки. Что за адреналин? Я не знаю. Давайте возьмем ветер. Ну, просто ради интереса. Потом, конечно, возьмем время. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы наслать противника мощный порыв ветра, который собьет их с ног и отбрасывает назад. Это умение также позволяет гасить пламя, ломать деревянные двери и отражать стрелы и пули противника в него самого. Порыв ветра Тарун отбрасывает противника к стене с такой... Нет, нам погибать нельзя. Вот на вот не надо, в смысле. Вот, смотрите, ураган. Второй уровень, тут написано на втором уровне, что выбивает двери. А тут что? Тут разрушает, а тут выбивает двери. Ну, наверное, блин, зря, наверное, это взял. Ну, посмотрим, ладно, посмотрим. Может быть, на втором уровне нам только... Так, ну, только на втором уровне, возможно, нам предстоит именно вот разрушать двери, которые закрыты ключом. Возможно. Please do not ask for credits. Кредит. Пожалуйста, не уберите кредит. Смешно, смешно. Кто-то просыпается. На всякий случай. Ну, давайте я уберу, чтобы просто взять кошелек. Давай, вали отсюда. Так, подожди, а эти спят, да? Так, бальзам. Где? Ну, берем все. Все. Так, а что у нас тут? Не знаю. Так, руны, руны. Ну там, ёптить где-то. А, наверху руны есть, походу, да? Или мне как? Блин, костяной амулет что ли пропустил? Я не понимаю. Где руны-то? Вот тут что ли? Таска там просто. Ну, что-то только принёс. Нет, рун 12 метров, рун 26 метров. Вы чё, офигели что ли? Чувак, руны 20... Я пропустил, ой. Костяной амулет. Я не то чтобы пропустил. Слушайте, а может это наш шанс? Ой, как ты сделал так? А, тут стол просто. Шаем это зрение. Хоп! Давайте его прям здесь, наверное, оставим. Головой не ударься. Бошку себе расквасит еще. Ну все, мне кажется, мы тут все зачистили. Теперь можно смело смотреть, где у нас костяные амулеты. Там еще наверху есть какое-то помещение. А, все, все, я понял. Вот тут у нас же открыто теперь. Все, давай. Надо было порыв ветра сейчас попробовать. Блин, ну ладно. Вот костюмный амулет этот. И сколько, однако, тут этих бальзамчиков. Вау, 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 нормально. Что это было, жемчужина? G, точно, надо посмотреть, что это такое. Вы можете вселиться в крыс на более длительное время. При переноске трупов вы двигаетесь чуть быстрее. Так. Редко. А, уходит меньше времени. Может, адреналиновая атака это есть, это зелье? Я не знаю. Полученный урон увеличивает количество адреналина. Адреналин какой-то. Еда восстанавливает немного больше здоровья. Белые крысы. Вы быстрее восстанавливаете ману. Я что такое? Зелье немного лучше восстанавливает ману. Нельзя, да? Ну, блин. Я не знаю. Кани, ничего такого особенного, в принципе. В принципе, да. Так, идем наверх. К девочкам. Ой, я им устрою.
Негодяй, это сука. Давай. Давай, давай. О, да. Тут руны, я слышу. Чё тут у нас? Мистер Арроу. Поверьте, моя семья щедро заплатит вам и вашим помощникам, если вы найдете мою сестру. У вас есть и ее... Так, это, в общем, отрывок. Что-то тут из криминальной повести о золотой кошке. Круто. Отлично. О, кстати, слушай, а насколько там, я говорил, руны, да? Теперь мы можем вот здоровье восстановить, да? Либо будем... Ну, хотя зачем нам это здоровье? Блин, что это такое? Жажда крови. Ну, наверное, нам не надо, раз такое название стрёмное. Так, это мы читали. Подожди, а мы все еще смотрели. Я... О. Так, слушайте, там, наверное, это наша Эмили, да? Указатель. Где указатель? Спальня куртизанки. Зачем нам туда? Ну, давайте сейчас сходим сначала туда. Так, сейчас сначала тут возьмем на трех. Посмотрим, что за спальня. Ну, туда надо идти. Хорошо, давайте. А, значит, спальня справа, слева, справа. Не знаю, в общем. Потому что я люблю дикие игры. Оу, я. Корво? Да, это я. Корво, это ты! Ты носишь маску, чтобы sneak around, aren't you? They told me you were head chopped off in the prison, dead, like mother. That seems like a long time ago. But you're not dead. Now we can leave. I have a plan. I almost got away twice. There's a special door to come and go for special people, and I'll show you. Блин, да тут... And if anyone tries to stop us, you can fight them. Переоделась бы в эту куртизанку. It's this way. И все нормально. Погоди, вот тут у меня что-то было, кроме еды, нет? Ничего, что ли? Так, а чё? Чё тут? А, задуть. Ну, замечательно. Так. Так. По-моему, я... Слушайте, у нас три задания. Чё это за бред вообще? Так, золотая комната, парилка. У нас что там вообще по заданию-то, ёптить? Цель — устранить Пендлтон, устранить Лорда. Поиск Эмили, устранить Лорда. Короче, сейчас тут всех устранять будем. Давай, иди. Наверх никак. Нафиг, пешком пойдем тогда. Ну-ка, давай. Что-то тут разбегался. Наверху. Что там такое? Это я, видимо, не доел что-то там, да? Ну, я надеюсь, что это всего лишь еда. Всего лишь? Я сказал всего лишь. Ну, ладно. Так, сейчас мы выполним задание, пойдем к Эмили, она там уже свалила. Что тут народа много? Народу много, людей, там непонятные люди там развлекаются. Что они делают там? Блях ты, муха. Заметили? Только не падай. Не, давайте не надо здесь. Я хотя бы еще он упадет нафиг и разобьется, и считаю, что мы кого-то трогаем. Давайте сюда, хотя уже заметили, что их прятать. Придется нам назад. Блин, заметили как-то. Видимо, она пошла назад или из-за того, что это он упал. Вот она. Может, мы там ошпилим за этой ширмочкой. А, он еще один упал. Если мы сделаем что-нибудь. Ты чё, меня там спалили, что ли, блядь? Точно. Там охрана ходит, ёптите. В натуре. Ладно, так, нам куда вообще? Ну, вообще куда-то туда. Вот это, там ещё какая-то дверь. А если вот здесь вот я сделаю сейчас? Подожди, так. Что не так-то? А, любовь, меня уже все равно все спят. Народ. Да, вот какая-то дверь, и там что-то есть. Слушайте, а мне что-то говорили про... Вот это кто? Ой, что это там? Подожди, ну-ка, давайте. Да. Так, ну что тут? Been like this for 20 minutes. Your footsteps sound a little loud. А, торговец картинами. Слушайте, а мы у него можем код узнать. Помните, нам что-то говорили про это? Just like last time, understand? Slowly, and only trigger the shock at my command. Get it?
And the safe word tonight will be... Как услышишь это слово, сразу останавливаюсь. Один лишний раз, и ты останешься без работы. Я не понял, ты что, мазохист? Oh, that's good. I deserve that one. Я это заслужил. А знаешь почему? Потому что здесь так, с них и начну. И их надул. Я их надул. Кинул их на несколько тысяч. Ах, не жалеешь старика? Я останавливаюсь, я все расскажу. Наследство Пендлтон стоит сотни тысяч не менее. Я им сказал, что это дешевка. Возмездие, возмездие. Все было чудесно, но больше я не могу, зови мой. Мы закончили. Подожди, а сейф? Кот? Как у него спросить? Поговорить можно с ним. Да? I said retribution. Now let me out. А если я до конца? What the? Who is this? What do you Who want? Who is this? It is я. Скажи шифр.